Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Лилия Горопаха, и я рада вас приветствовать на моем канале. По многочисленным просьбам моих подписчиков, я хочу сегодня сделать более подробный мастер-класс по изготовлению вот такой вот симпатичной рыбки. Я сегодня для того, чтобы было вам яснее, как сделать эту рыбку, я взяла 4 разных полосочки глиттерного фома. Прежде всего, нам нужно эти полосочки склеить между собою. Итак, мы берем клеевой пистолетик и приблизительно 5 сантиметров намазываем клеем горячим и приклеиваем другую полосочку. Приклеили, даете просохнуть. Точно так же мы поступаем с двумя другими полосочками. Приблизительно 5 сантиметров мы намазываем клеем, для того, чтобы потом сделать хвостик. Склеиваем их между собой. И точно так же придавите немножечко. И больше нам клей горячий не понадобится. Итак, дорогие друзья, я повернула видеокамеру так, чтобы вы могли видеть, как я буду переплетать и плести нашу рыбку. Теперь вы соединили их вот таким вот образом. Теперь вы берете верхнюю полосочку и продеваете между двумя. Вот так вот. Продели между двумя, сделали вот такую вот петелечку. Теперь эту полосочку поворачиваете, поворачиваете уже на изнанку, вот так вот, и зажимаете пальчиком внутри, вот так вот. Затем берете оранжевую, пропускаете красную ленточку, которая склеена вместе с оранжевой, вы заворачиваете поверху и продеваете в нижнюю, в первую нашу петелечку. Затем синюю накладываете наверх и, как бы обворачивая синюю, продеваете в первую петелечку нашу полосочку. Вот так вот продели и вывели ее наружу и подтянули, вот так вот. И затем красную же полосочку опять поворачиваете и продеваете в эту петелечку. Держите, держите пальчиком. У вас пока что на данный момент получилась вот такая вот конструкция. Теперь вы берете нижнюю оранжевую ленточку, поворачиваете вот таким вот образом, так, чтобы продеть красную, опять же таки, первую петелечку и вывести ее наружу, вот так вот. Самая верхняя петелечка у вас должна быть самая большая, мы формируем носик. Теперь вы повернутую вашу ленточку синюю продеваете опять же таки в оранжевую петелечку, протягиваете, протянули, поворачиваете на другую сторону и протягиваете. Вот так вот, чтобы у вас каждая ленточка переплеталась. Ну, а теперь вы уже можете подтянуть ваши ленточки. Немножечко уже подтянуть, хорошо формируя вашу рыбку. Затягивайте, но затягивайте сразу, не очень, потихонечку, чтобы рыбка у вас не деформировалась.
вот таким вот образом. Вы подтянули все полосочки и лишь затем обрезаете так, как мы обрезали в видеомастер-классе на YouTube. На этом я закончу свой видеомастер-класс. Если вам был он полезен, переходите на мой канал в YouTube, подписывайтесь, и вы узнаете много нового и интересного. С вами была Лилия Горопаха. Творческих вам успехов!